Всем здорово, ребята. Сейчас покажу вам очередной супер-пупер бой. Мега интересный и захватывающий. На карте затерянная дорога против Сэнксью из особиста. Играем без бустов по договору. Все вроде как положено. Сейчас ускорит сбор ящиков. Тут сенсор чуть подлагал, и ящиков мало собрал. Ну, вообще, ну как мало. Мне этого хватило, конечно, но... В общем-то, можно было взять и больше ящиков. Так, бежим за ящиками, собираем. Тут я пропустил, но зато взял второй снизу. Тут уже ящик стырили. Я загоняю разведчиков в кустике возле базы. Заезжаю койотам. Разведать, попугать. Вот такой, короче, такой план. Сразу смотрю, тут 8 центров снабжения. Тут один завод, второй стройдвор сразу. Ну, в общем... натуральная ферма, снизу тут есть куча пространства для того, чтобы такое построить, сверху пространство намного меньше, и тут я даже не знаю, куда ставить второй стройдвор, честно говоря, но я уже апнулся до третьего уровня штаба, тут смотрим, тут только сейчас начинается апгрейд, и тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 центров снабжения, в общем, ферма натуральная, начало натуральной фермы, веселая ферма намечается, я подумал, надо попытаться быстро убить ферму, а то потом мучиться, сейчас долбиться как-то неохота. Тут койот попутно пытается забрать собой как можно больше конфедератских жизней. К сожалению, не успел забрать еще одного пехотинца. Я тут уехал и слился. Так, ускоряемся. Уже сейчас будет выползать хамелеончик. Или еще, да, хамелеончик уже будет выползать. Уже один ягуар готов. Два завода. В общем, ну во всем я тут как бы впереди можно... Можно себя нормально чувствовать и нападать, пытаться. Тут один разведчик в кустах. Собираем отряд. Так, собрали большой отряд. Нападать еще не будем, естественно. Нечем нападать, собственно говоря. Так, и встречаем молота. Вот что-то FPS упал сильно. Ну ладно, встречаем молота. Молот отступает. Доезжает. Второй хамелеон готовится. Доезжает первый хамелеон. Точки сбора. Ягов делаю два завода, продолжаю. И сейчас готовимся к нападению. Ну, в принципе, за это время он тут не мог сделать большую армию, поэтому я его опережал по развитию, и сейчас это опережение сохраняется. Три раза ускорю, чтобы быстрее было. Ставлю еще один завод. И... дикобраза на всякий случай против пехоты, мало ли там какие-то циклончики или вертексы залетные. Так, и вот смотрим, я заезжаю вниз, включаю хамелеон, подъезжаю поближе и полетел вертекс. Тут три молота и куча пехоты. Я тут очень неправильно сделал, надо было встречать бой пытаться, а я начал отступать. А ягуары в раскладке слабее молотов даже. Даже слабее, чем молоты. Вот такая вот такой вот парадокс. И... теряю все, вот такая хамелеон имба, там в балансе часто пишут, что хамелеон имба, его нереально убить, и вообще сопр надо нерфить срочно, вот никак нельзя играть против хамелеона, он дает полную неуязвимость, но что-то я этого не вижу. Хорошо, он тут грамотно сыграл, не спорю. Я провтыкал чуть-чуть, надо было встречать бой, а не отступать. Я же забыл, что молоты теперь... такие вот у нас живучие. Ну и плюс пехота там. Короче, потерял я часть своего отряда, слился. Ну ничего, собираем армию. Ну и вертексы. Просто супер-пупер универсальный юнит. Он меня так бесит просто жестко. Таким образом, вкачав вертекса, можно и обороняться, и отлично делать авианалеты. Против вертекса надо качать броню всем абсолютно зданиям, прокачать на фул дикобраза, прокачать на фул ПВО, плюс хамелеона, потому что без хамелеона тебе вообще крышка будет, вот просто крышка. Так, и вторая попытка атаки, или нет, да, сейчас будем пытаться атаковать. Тут достраивалось, еще одну ПВОшку ставлю, ну, тут такое, две ПВОшки все равно не спасут, но можно хотя бы попытаться. Так, обстраиваюсь тут. Обстраиваюсь ПВОшками. Я в это время нападаю на его базу снизу. Смотрим вертексы.
продолжают свои авианалеты и сносят мне успешно по базе моей летают, не попадая даже под огонь ПВО, вот блин, если походу это не заметили, но в общем не суть важно, тут вот стояло ПВО, они снесли завод спецмашин на 3 клетки выше, даже не попав под залп ПВОшек, вот такая вот подстава получается. Так, и вот продолжают тут вертексы летать, летают они весьма успешно летают. Тут можно было нападать, это уже мой завтык, но надо было не просто, тут не просто можно было, тут нужно было нападать молниеносно, я этого не сделал и дал ему время. Слишком много времени я ему дал, сверху Зевса, я за этим тоже не успел уследить, вроде 5 Зевсов, мелочь. А если бы я вовремя напал, то я бы тут уже базу разносил, мой косяк чисто. Ну, Сэнк тут тоже не особо. 5 Зевсов отправил. Я сейчас сворачиваю лавочку и уезжаю защищать базу, потому что 5 Зевсов мне тут базу всю разнесут, она пустая. Тут грады меня накрывают. И я сваливаю, короче говоря. Сваливаем, застраиваемся стеночками, а то Зевсы проедут. Опять я накосячил в атаке. А косячить в атаке сопротивлению нельзя. Сопротивление вообще нельзя косячить. Подъехал я и убил 5 Зевса. Я не знаю, сколько я тут разменялся. Ну, в общем-то, по ресурсам, я думаю, там плюс-минус мы сравнялись. Он там несколько стенок снес. Ну, я, правда, кучу еще леса на стенки потратил. Ну, в общем-то, по танкам более-менее разменялись. Так, тут смотрим, вертексы лет 5 летят. Вертексы, Зевсы с градами. В общем, все как положено. Я разложился. Стреляю мимо. Я уже чуть-чуть поздно это заметил. Сейчас начинаю стрелять туда, куда надо. Но мне уже мамонта убили. Я не вижу, что там происходит. Град, походу, остался только один. Да, один град остался, по которому я сейчас пытаюсь пробить. Хамелеон сел. Я быстро включаю еще 2 новых. Тут такое принимаю небольшое сражение, он отступает. Но у меня не фул КО, чтобы на него нападать и пытаться его дожать. Такой армии особо его и не дожмешь. Вот опять вертексы налетают. И вот только сейчас они попали под огонь ПВОшки. Это потому что кривовато он их отправил. А по сути они могли не попадать под этот огонь. В общем, я потерял 2 завода, потому что они меня, ну, по броне, естественно, не докачаны. Я сношу себе стенки. Ну что, надо было ПВшками обмазываться и играть от обороны. Я пытаюсь все время в атаку куда-то лезть. Вообще, наивный. Очень наивный ход с моей стороны. Тут Зевс, я спалил отряд Зевсов, который отправляется вверх. Я его запугал по центру карты, он отступил. Это мой шанс перехватить его верхний отряд. Так я и буду делать. Тут уже опять ПВОшек настроил. Но этого, естественно, мало. Что такое 4 ПВОшки против 4 вертекса? Ну, ничего, это смех. И вот я встречаю его отряд. Он, походу, не ожидал, потому что Зевсы там едут вообще. Подъехали почти вплотную. Я успел убить 2 Зевса. Но тут вертексы, конечно, еще летают. Что ж, теперь можно и нижний отряд отбивать. Этим я сейчас и займусь. Я сюда отправляю часть своей армии. А тут отряд довольно-таки большой. Очень-очень даже большой, я бы сказал. Поэтому я и верхних ягуаров подтягиваю сюда. Он опять отступает. Опять отступление со стороны моего противника. Он возвращается на базу, как видим. Можно пытаться его сейчас тут дожать. Есть такая надежда, что это все получится. У меня тут фулл КО, не знаю, сколько у него, 3-й или 4-й левел штаба. Наверное, 4-й, потому что я много ресов тратил на его вертексов, чтобы их отбить, чтобы там лишний завод себе отстроить и так дальше. Вот такой вот вертекс, он хороший юнит, сопротивления такого нет, к сожалению, к большому сожалению. Еле-еле выживаем тут в топе. Опять, видите, летают вертексы, выхватывают одиночные цели из-под тумана.
Пытаюсь его тут обстреливать. Где-то еще тут сверху один отряд затаился. Я не знаю, то ли он снизу, то ли он на мою базу полез, потому что я своего разведчика слил, но времени уже проверять это нет, естественно. Поэтому пытаюсь несколько его танков убить по возможности. Вот видим, тут этот отряд. Я отступаю и сейчас попытаюсь его отряд прибить. Смотрим, тут щит, Зевсы. У меня плотное скопление войск, вот просто суперская мишень. Тут же и хамелеоны, которых я не передвигаю и теряю. Супер мишень для Зевсов, к сожалению. И тут я, видите, теряю свои войска. Ну, в общем-то. Отбиться еще можно, с учетом того, что у меня тут хам, мамонт. Сейчас еще выйдут, отбиться можно. Ну, вертексы, естественно, добивают все, что не под облаком. Вот почему без облака сейчас из базы даже выехать нереально. В общем, я тут пытаюсь отстраиваться. Думаю, ладно, попытаюсь гренами отбиваться на крайняк. Мамонтов собираю. Хамелеончик. Тут у меня один хамелеон. И его моментально вертекс убивают. И дальше начинается разнос. Просто полный разнос. Ни одного юнита у меня не остается благодаря этим самолетам. Ну, я сношу свою базу, потому что меня это задолбало просто-напросто. Бесит ужасно эти вертексы. Против них, ну, без хамелеона вообще не поиграть. Абсолютно. К сожалению. К большущему сожалению. И я решил уже тут не пытаться играть дальше в веселую ферму. Просто снести здание. Мне дешевле проиграть, чем тратить час своей жизни на то, чтобы эту ферму пробивать. И от вертекса. Точнее, играть в ферму против вертекса. Вот так вот. В общем, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на мой канал, надеюсь, когда-то я смогу и победу выложить. Всем удачи и всем пока.